Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, подписчики. У меня случилась беда, заболели курочки. Вот, как вы видите, одна, вот она. Сейчас я вам покажу. Даже перестала ходить. Это вирусное заболевание, скорее всего, потому что у них у всех забиты носы. Сейчас я вам покажу, как я их буду лечить. В этом пузыречке я развел 4 таблетки трихопола и одну таблетку азитромицина. Ну, я думаю, здесь грамм 30, не больше. Я лечу всегда так, в принципе, если не знаю, какое заболевание, то я в первую очередь даю вот такую смесь. Мне посоветовал один фармацевт у нас из нашей Добреньки, очень грамотный человек, посоветовал вот такое вот лекарство применять. Набираю я по одному кубику. Шприц у меня инсулиновый. И даю принудительно каждой курочке. Рот, вот выскочила. Держи. Открываю рот и принудительно вливаю. Да что ты такой? Ну, потерпеть надо чуть-чуть. Вот, принудительно каждой курочке. Но этой мы дадим полтора, потому что половину я вылил. Вот, и так будем делать с каждой курочкой. Почему я не даю им в питье в воду? Потому что нам надо быстро вылечить. Птичку не вылечить, а, так сказать, быстрый эффект, чтобы по лекарству попал всем одинаково, чтобы все попили. Потом, конечно, последующие дни я буду давать им в питье. Но первые 3 дня, если кур мало, ну, 5-6 кур, я думаю, надо давать каждому, это вполне реально. Каждой курочке мы убираем ее. Какой дали, убираем в сторону. Вот, и так мы сделаем со всеми. Хотят они этого или нет, надо лечиться. Это очень хорошее средство, оно не раз меня выручало. Останавливаю любой, в принципе, падеж. Ну, процентов 90 падежу останавливает. А то и 95. Вот. Всем рекомендую взять на заметку этот способ. Очень эффективный. Проверил сам уже лет 6. Им пользуюсь. Открываем клюв. Да иди ты сюда, не бой. Ну, какие не хотят пить, значит, они не сильно болеют. Какие сильно болеют, те даже не сопротивляются. Ну вот, в принципе, она больная курица, ее видно. У нее глаз даже, смотрите, заплыл. Сейчас мы им дадим всем лекарства. И дня через 2 я вам покажу этих же кур. Выздоравливают они или нет. Вот. У меня всего их 6 курочек. Так что им не так сложно каждый дать лекарство принудительно. Я думаю, это эффективнее, чем в питье. Питье мы оставляем обычную воду, чтобы они могли попить. И также петушку. Сейчас мы дадим лекарство на всякий случай. Но петушок вроде бы не болеет. Ну, находится со заразными. Ну, Петька, успокойся. Придется потерпеть. Петушок у нас хороший, большой.
Наверное, больше полметра, сантиметров 60 он высотой. Вот. Какие дела. Еще раз повторю. 4 таблетки трихопола, 1 таблетка азитромицина. Азитромицин — это антибиотик комплексный. Вот такой пузыречек кардиомагнила. Развожу я и по одному кубику каждой птичке даю. Еще можно использовать это, разводить так: 4 таблетки трихопола, 1 таблетка азитромицина на литр воды. И выпаиваем все своей птичке. Все по, ну, в зависимости от того, сколько у вас ее там, столько такую, так и рассчитываем дозу. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будет очень приятно почитать ваши комментарии. До свидания.